Всем здорово, народ! В этом видео вы узнаете о крутых и бесплатных играх в Стиме. Я подбирал этот топ с играми в разных жанрах, и, конечно же, все ссылки в описании. По традиции, лучшие комменты. Люди, которые заслужили попасть в ролик. Теперь возьмите чаек, вспомните видео из начала и наслаждайтесь интро. SCP Escape Together. Объединитесь или соревнуйтесь со своими друзьями, чтобы исследовать обширный объект, а также собрать полезные, неизвестные и потенциально опасные предметы, чтобы помочь вашему побегу избежать от потенциально опасных аномалий, которые бродят по заблокированному объекту. SCP Escape Together включает в себя несколько историй и редактор карт, позволяющий исследовать бесконечное количество событий, созданных сообществом. Включает голосовой чат в игре, чтобы помочь вам погрузиться в игру, а также текстовый чат на сервере для тех, кто предпочитает или не может использовать микрофон. Spellbreak. В мире, где магия под запретом и заперта в железной твердыне, хранящих клятву, только вы можете воспользоваться и взять то, что принадлежит вам. Обуздайте первозданную мощь перчаток и заполучите невообразимые силы стихий. Окунитесь в яростные битвы на парящих островах и в невероятных ландшафтах, чтобы пробудить в себе разрушителя. Destiny 2. Погрузитесь в мир Destiny 2, чтобы исследовать тайны Солнечной системы и испытать на себе возможности потрясающего шутера от первого лица. Откройте мощные стихийные способности и начните собирать уникальное оружие, броню и другое снаряжение, которое позволит вам создавать неповторимого персонажа и создать собственный игровой стиль. У игроков всегда есть возможность испытать себя, свою команду и слаженность работы всей своей фракции. Беритесь за оружие и десантируйтесь прямиком в гучу схваток, пехоты, наземного и воздушного транспорта. Сомерланд. Вспыхает белый цвет, и вы внезапно попадаете в незнакомое место. Запертая дверь держит вас заперти в этой маленькой пустой комнате. Но пусто все за исключением стола, в мертвой середине пола. На этом столе стоит поворотный телефон, полностью отключенный от сети. Через несколько мгновений невыносимая тишина наконец-то нарушается звонком поворотного телефона. Вам не остается ничего другого, как ответить на звонок. Planescape 2. Planescape 2 это бесплатный многопользовательский шутер от первого лица. Фракции и солдаты сражаются в глобальной войне невиданных масштабов. Бои в Planescape 2 не утихают ни на минуту, поэтому у игрока всегда есть возможность испытать себя, свою команду и сложность всей своей фракции. Defiance 2050. Присоединяйтесь к своим друзьям и станьте охотником в масштабно-кооперативном онлайн-шутере, как никто другой. Выбирайте из множества полностью настраиваемых видов оружия и классов. Сделайте уникальный футуристический открытый мир и участвуйте в эпических динамичных боях шутера от третьего лица. Over the edge, feel like I'm floating through.
Так вот, был топ. Если он вам понравился и вы еще хотите топ бесплатных игр в Стиме, тогда выражайте свою активность в виде лайков и комментариев. Если будет хорошая активность, тогда, конечно же, я пойму то, что видос вам понравился и вы хотите еще. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики, потому что у меня многоплановый контент и, может, вы найдете что-то еще интересное для себя. Также заходите в мою группу Discord и Telegram, куда я сообщаю о новых стримах, на которых мы вместе общаемся и играем. На этом я с вами прощаюсь, всем удачных будней и выходных, всегда оставайтесь на позитиве, всем удачи и пока.